Это хороший праздник. Я думаю, что хорошо его встречать всегда рядом с родными. Я буду встречать, как и в прошлом, как и все остальные года в Молдавии с родителями, братом и остальными. Младший сын наконец-то впервые поедет на свою родину, и там родные его увидят. Я могу сказать, что это один из самых удачных годов в моей карьере и в моей жизни, плюс в семейном родился сын Леонардо. Так что я думаю, что такие результаты, которые в этом году мы сделали с командой, я думаю, большого стоит. Будем стараться также дальше радовать наших болельщиков такими же результатами. Хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством, пожелать им крепкого здоровья, благополучия в семьях, и чтобы у них так же, как и у нас в этом году, происходили такие же положительные результаты. И поддерживайте нашу команду и дальше так, и мы постараемся все сделать для этого, чтобы также выигрывать и радовать вас.